Леонид Филатов. «Дилижанс». Хроника времен франко-прусской войны 1870-х годов. Сентиментальный фарс в двух частях по мотивам новеллы Гида Мопассана «Пышка». Музыка Юрия Гарина, читает Владимир Качан. Участвуют Элизабет Руссе по прозвищу «Пышка», Корню Де, газетный репортер, господин Луазо, виноторговец, мадам Луазо, его жена, господин Ламадон, видный промышленник, мадам Ламадон, его жена, граф, графиня, первая монахиня, вторая монахиня, комендант, кучер, прусский офицер. Пьеса состоит из 12 эпизодов. Эпизод первый. Раннее утро в городе Руане. Зима. Широкий двор нормандской гостиницы. В глубине двора дилижанс, запряженный шестеркой лошадей. Потихоньку сюда начинают собираться будущие путешественники, пассажиры дилижанса. По мере появления пассажиров их кратко характеризует зрителям некто господин Корню Де, тоже пассажир дилижанса, человек демократических взглядов, репортер одной из руанских газет. Корню Де. Публике. Где б ни был репортер, он всюду пишет. Цель у него везде одна и та же. Он обо всем, что видит или слышит, обязан сделать срочный репортаж. История маршрута дилижанса из города Руана в город Дьеп обычна. Не смешная, не ужасна, но все же на репортерский тянет хлеб. В моей газете мне, как репортеру, неоднократно ставили на вид, что я клеймлю сограждан без разбору. И в критике излишне ядовит. Портреты пассажиров дилижанса я обрисую скупо в два штриха. На резкий тон не стоит обижаться. Я грубоват, но кто же без греха? Появляется супружеская пара Луазо. Виноторговец и его супруга выглядят непредставительно. Веселые, шумные, пузатые коротышки, они сразу же заполняют собой двор. Корню Де. Супруги Луазо. По интеллекту и облику похожи на свиней. Так выразился мой знакомый лектор. Не грубо, можно было и сильней. Им чужд театр и вообще культура. Ребята, мягко скажем, без затей. Она не злая дама, хоть и дура, а он хоть и дурак, но не злодей. Появляется следующая пара. Это фабрикант Ламадон с супругой. Он эдакий живчик, из тех мужей, о которых говорят, за ним глаз да глаз нужен. Она, суровая дама с орлиным взором, для которой слежка за мужем стала ежедневной работой. Корню Де. Позвольте вам представить непространно супружескую пару Ламадон. Он фабрикант, из жуликов Руана. Пройдохи нет удачливее, чем он. Его жена ревнивей трудно встретить. Ко всем и вся ревнует муженька. Но покушений, следует заметить, на честь семейства не было пока. Третья пара, пожалуй, самая эффектная. Это граф и графиня де Бревиль, почетные жители Руана. Дворянское происхождение сквозит у них во всем. И в походке, и в одежде, и в выражении лиц. Корню Де. А вот дуэт в провинциальном вкусе. Дворянская семейка де Бревиль, граф и графиня, важные как гуси. Не парочка, а чистый водевиль. Он простоват, она высокомерна. Супруги конфликтуют с давних пор. Со времени помолвки их, наверное, между ними полыхает жаркий спор. Появляются двое монахинь. Увидев шумную толпу своих будущих попутчиков, они замирают на месте, точно напуганные перспективой общения с этой компанией. Корню Де. Вползли монашки парочкой улиток. И замерли, два раза видев ширь. Их принадлежность — орден кармелиток. Их пункт приписки — местный монастырь. Не очень-то контактные особы. Похоже, им никто из нас не мил. На лицах их ни радости, ни злобы, одна лишь скорбь,
за грешный этот мир. Толпа путешественников замечает, наконец, зябнущего в сторонке Корнюде и, инстинктивно чувствуя в нем будущего лидера, направляется к нему. «Мадам Ламадон, вы Корнюде?» «Господин Ламадон, он определенно. Граф – известный репортер и демократ. Графиня – enfant terrible, ребенок моветона. Корнюде, я Корнюде. Тот самый. Очень рад». «А вы не представляетесь, я вас знаю. Всех знаю поименно, с давних пор. Ведь я же по профессии и званию газетчик». Барзописец, щелкопер. И вот, наконец, главный выход. Пик парада персонажей. В воротах гостиничного двора появляется молодая дама с красивым лицом и пышными формами. Господин Луазо. А кто эта прелестная малышка? Граф. Она об любой украсила ольков. Корнюде. Элизабет Руссе по кличке Пышка. Принцесса всех руанских кабаков. Дамы встречают это сообщение возмущенным ропотом. Господин Ламадон. А барышня весьма благообразна, господин Луазо. Да просто хороша, граф. И впрямь мила, графиня. Она была бы милее мне гораздо, когда бы проституткой не была, госпожа Ламадон. Она с панели? Если это шутка, ваш юмор неприличен и нелеп, госпожа Луазо. Не думает ли эта проститутка отправиться сегодня с нами в Дьеп, господин Луазо? Что делать, машери? Война не кегли, а проститутка тоже человек, господин Ламадон. Мир спасся, сидя в Ноевом ковчеге, а этот дилижанс и есть ковчег. Граф, графиня, кругом война, пожарище, разруха, а мы с тобой спастись имеем шанс, графиня. Но если с нами едет эта шлюха, то я не сяду в этот дилижанс. Граф, графиня, фи, опомнись, дорогая. И как тебе сутяжничать, не лень? Ведь ты же эту девушку, ругая, себя низводишь на ее ступень. Мне даже убеждать тебя противно. Так ты в своем упрямстве не права, Корнюде, графини. Она, поскольку деньги заплатила, имеет с вами равные права, мадам Луазо. Богатенькая. Да у этой пышки, похоже, денег куры не клюют, мадам Ламадон. Известно, из какой такой кубышки такие дамы деньги достают, мадам Луазо. Так могут все, кто стыд и честь утратит, как эта дрянь Элизабет Руссе, Корнюде. Так могут все. Не всем, однако, платят. Да и хотят не всех, а могут все. Граф, между тем, все продолжает увещевать графиню. Граф, тебя снедает глупая гордыня. А нынче горделивым грош цена, графиня. Но я графиня, граф. Да, и как графиня, ты быть великодушную должна. Корнюде про себя. Хотелось бы понять, а чем графини сегодня отличаются от шлюх? Господин Луазо. Не больше, чем индюшка от гусыни, граф. Что-что? Корнюде. Да так пустое. Мысли вслух. Господин Ламадон. Да, прежде были титулы. А ныне лишь беженцы одни, куда ни кинь. В котле войны и шлюхи, и графини, господин Луазо. Но шлюхи предпочтительней графинь. Последнюю фразу граф все-таки услышал. Граф к Луазо. Месье, да вы никак хотите ссоры. Вы явно нарываетесь, месье. Корнюде, ах, господа, чем длить пустые споры, поможем лучше госпоже Руссе. Это предложение приходится мужчинам по душе. Каждый давно уже прикидывал, как бы ему попасться на глаза пышки, не вызвав при этом недовольства собственной супруги. Поэтому толпа кавалеров тут же ринулась на помощь барышне, которая укладывала свои вещи в дилижанс. Такое единодушие, конечно же, не осталось незамеченным дамами и вызвало довольно бурную реакцию. Графиня. «О, лицемеры, вот ведь что обидно! О чем бы речь мужчины ни вели, а глянешь им в глаза, и сразу видно их истинную сущность. Кобели!» Мадам Ламадон. «Уж мой-то точно. Он ведь рос на юге, а там, в Провансе, слух у мужиков таков, что различает шорох юбки на расстоянии в 1000 шагов». Мадам Луазо. «А мой болван!» Проказливее ребенка. Бывало, на секунду отвлекусь, гляжу, а рядом с ним уже бабенка. Причем шалава. Боже, ну и вкус. Графиня. И как же вы с таким живете типом? Мадам Луазо. Да что с него возьмешь? Ведь он не граф.
А ваш супруг, он графский носит титул, а тоже не чурается шалав. Кивает на графа, усердно помогающего Пышке укладывать ее вещи в дилижанс. Наконец, мужчина укладывает вещи Пышки, после чего усаживает туда и саму Пышку. Выполнив эту не самую неприятную для себя миссию, мужчины с достоинством возвращаются к своим дамам. Графиня, я прежде знала это понаслышке, а нынче убедилась и сама. От этой булки, плюшки, то есть Пышки, руанские мужчины без ума. Мадам Луазо, она ж доступна. Всякому прохвосту готова дать за горсточку монет. Господин Луазо, ведь и к тебе открыт свободный доступ, но почему-то очереди нет. Кучер, вниманию отъезжающих до Дьеппа! Наш дилижанс отправится вот-вот. Господин Луазо, заглядывая внутрь дилижанса, да это колымага ужас клепа! Едва ли сюда я втисну свой живот! Пассажиры постепенно собираются к дилижансу. Господин Ламадон пытается подсадить супругу в дилижанс, та отстраняется. Господин Ламадон, я вижу, ты еще неделю кряду дурацкий спор готова продолжать. Мадам Ламадон, езжай один, но я туда не сяду. Я не полезу в этот дилижанс. Мадам Луазо, отбиваясь от мужа, отстань! Соседство с этой особой мне обещает сильный дискомфорт. Господин Луазо, да ты не горячись, сперва попробуй, а вдруг привыкнешь. Чем не шутит черт? Граф, ах, черт возьми, какие предрассудки, какое чистоплюйство, черт возьми, как будто городские проститутки не могут быть приличными людьми. Они добры, отзывчивы и кротки, среди них бывают умные весьма. Графиня, зато вы все от чертовой красотки лишились окончательно ума. Корнюде прыгает на подножку дилижанса последним. Корнюде кучеру. Что скажете, месье? Как вам ребятки? Кучер. Обычные. Такие же, как все. Корнюде к публике. Ну что ж, эксперт сказал, что все в порядке. Тогда в дорогу. Трогайте, месье. Эпизод второй. За окошком дилижанса бегут заснеженные равнины Нормандии. Однообразие пейзажей и мерное покачивание дилижанса соответствуют настроению пассажиров. Они сонливы и скучны, хотя изредка обмениваются малозначащими замечаниями. Господин Луазо. Эдак нам трястись аж трое суток, госпожа Луазо. Пусть кто-нибудь расскажет анекдот. Все взоры почему-то обращаются к Корнюде. Корнюде. Я знаю 1,5 миллиона шуток, да что-то ни одна на ум не идет. Господин Ламадон. Да, времена сегодня не для шуток. Госпожа Ламадон. Поганые сегодня времена. Господин Луазо. В Нормандии пейзаж угрюм и жуток. Корнюде. Особенно, когда идет война. Графиня всхлипывает. Граф с беспокойством поворачивается к ней. Граф, ты плачешь? Плачу. Разве это странно? Поплачь, но от рыданий воздержись. Ах, граф, мы уезжаем из Руана, где прожили практически всю жизнь. И что же? Мы платком ему помашем, но клином не сошелся свет на нем. Мы там, в туманной дымке за Ла-Маншем, продолжим жизнь. Или новую начнем. Господин Ламадон, какое унижение и обида! Разор и беззаконие кругом, король напуган, армия разбита, вся Франция под прусским сапогом. Господин Луазо, да, армии конец, а ополчение? Там каждый третий, если не второй, нуждается в усиленном лечении. Гастрит, желтуха, оспа, геморрой. Господин Ламадон, сильные вояки, черт бы не видал их. А кто они? Откуда? Господин Луазо. О-ля-ля. Чиновники, рантье из захудалых. Аптекари, врачи, учителя.
госпожа Луазо. Когда они шагают на ученье, я у окна стою и слезы лью. Смотреть ученье их и то мученье. А каково же видеть их в бою? Внезапно в разговор вмешивается Пышка, до этой поры не произнесшая ни звука. Пышка. Боюсь, мои слова высокопарны. Но это же природе вопреки, чтоб шли на фронт не молодые парни, а слабые, больные старики. Уж кто оборонять и должен стойко отечество, так это молодежь, господин Ламадон. От нашей молодежи мало толку. Один патриотический галдеж. Пышка. Но почему же мне одно не ясно? Лишь только в тех и жив патриотизм, кого терзают язва или астма, или подагра, или ревматизм. Госпожа Ламадон. А где буржуазия, соль Европы? Куда девались наши буржуа? Корнюде. Да у своих каминов греют жопы, телятину с брусникой жуя. Слова Корнюде повергают общество в шок. Повисает пауза. Первым приходит в себя граф. Граф Корнюде. Ну ладно мы, но дам хоть уважайте. Не очень-то изящный оборот. Корнюде. Прошу простить, но в этом дилижансе я представляю грубый наш народ. Но чтобы не вызвать ругани потопа, беру словцо скандальное назад и обязуюсь вместо слова «жопа» произносить в дальнейшем слово «зад». Вернемся ж к нашим доблестным мужчинам. Что делают они ввиду беды? Сидят в особняках, прижав к каминам свои, прошу прощения, зады. Господин Ламадон, а где ж сопротивление народа? Где нации, достоинство и честь? Господин Луазо, народ на страже сада-огорода. Ну, у кого они, конечно, есть. Пышка. Неправда! Что касается народа, не надо заниматься ловлей блох. В семье, само собой, не без урода, но в целом наш народ совсем неплох. Госпожа Луазо. Она нас доведет до исступления. Уж слишком часто разевает пасть. Пышки. Вам лучше знать народонаселение, особенно его мужскую часть. Граф. Ни у кого сегодня нет охоты сжигать себя в пожарище войны. Корнюде. Но вы-то, вы, ведь вы же патриоты. Зачем же вы бежите из страны? Графиня. Нет, этот Корнюде не подражаем. С чего вы взяли вдруг, что мы бежим? Граф. Мы вовсе не бежим. Мы уезжаем. Графиня. А вы? Корнюде. Меня преследует режим. Мой долг снимать с режима ложный глянец. Вы о моем забыли ремесле, графиня. Ах, да, месье, ведь вы же республиканец, граф. Но в Англии монархия, месье. Корнюде. Да, к вольнодумцам Англия сурова. Но выбирать режим мы не вольны. Хоть там покамест нет свободы слова, но там покамест нету и войны. Граф, ко всем, кивая на Корнюде. Размахивает якобинским флагом, а сам бежит, боясь борьбы с врагом. Корнюде, мы все бежим. Вы горделивым шагом, а я, как полагается, бегом. Слова Корнюде вызывают всеобщую неловкость. Все понимают, что Корнюде прав. Господин Ламадон, Пышке. А вы? Чего вам в жизни не хватало? Что вы покинуть вздумали Руан? Мужской любви? Презренного металла, слепого поклонения горожан. Ну, Корнюде нам ясен был и ранее, и нам его идеи не близки. Но вам-то что не нравилось в Руане? Толкнуло что на бегство? Пышка, пруссаки. От их прикосновений и объятий, поверитель, меня кидало в шок. Мадам Луазо, при вашем направлении занятий вы слишком впечатлительны, дружок. Мадам Ламадон. По логике военной, да и женской, когда такое деется кругом, нельзя считать такой уж страшной жертвой контакт с мужчиной, даже и с врагом. Пышка. Что ж, если вам не страшно делать это, так делайте. На мой же грубый вкус. Пусть будет он хоть чистильщик клозета, но только обязательно француз. Мадам Ламадон. А если он пруссак, Пышка, мне жаль беднягу, но будь он даже прусским королем, не только с ним в одну постель не лягу, но за одним не стану есть столом. Но раз заговорили об обеде, пора и пообедать, господа. Я набрала в дорогу всякой снеди, винюсь, поесть любила я всегда».
Пышка выдвигает из-под сиденья довольно внушительную корзину, накрытую белой салфеткой. Граф, а затем супруги Ламадон и супруги Луазо. А мы такие простофили. В канун отъезда столько кутерьмы. И мы, сказать по правде, позабыли едою запастись. И мы. Господин Ламадон. Ах, как неловко вышло-то. Как скверно. Пышка, снимая с корзины салфетку. О, Господи, какие пустяки. Ведь я и так толста неимоверно. Мне объедаться вовсе не с руки. И коль вы пообедаете с толком, то очень тем обяжете меня. Предчувствуя, что путь наш будет долгим, я запаслась едою на 3 дня. Вынимает снеть и раздает ее попутчикам. Вот курица, вот вяленая рыба, телятина, и яйца, и паштет. Попробуйте, пожалуйста, господин Ламадон. Спасибо. Заглядывая в корзину. О, Господи, чего тут только нет. Господин Лазо. Я тоже поучаствую немножко. От жареных цыплят я без ума. Пышка. Вот крылышко. Я предпочел бы ножку. Не правда ли аппетитная? Весьма. Пышка, заметив, что монахини не проявляют к трапезе никакого интереса. Я вижу, вам цыплята не по вкусу. Позвольте, я бургундского налью. Первая монахиня. Спасибо. Я не пью, хвала Иисусу. Вторая монахиня. Спасибо. Но и я не очень пью. Господин Луазо, Пышке. Пусть я окажусь прожорливым, как крыса, но чтобы стать счастливым до конца, я бы желал из глупого каприза отведать виноградного венца. Корнюде к публике. Видали? Каковы Пантагрюэли? Ну как ей накормить такую рать? Так жрут, как будто целый год не ели. Готовы и кормилицу сожрать. Пассажиры впрямь не теряют времени даром. За короткое время корзина Пышки становится пустой. Неожиданно дилижанс останавливается. Слышна немецкая речь. Совсем близко от дилижанса раздается гортанный немецкий окрик. Пассажиры вздрагивают. Граф, с чего вдруг остановка? Что такое? Господин Ламадон, здесь пункт проверки. Деревушка Тот. Пышка, и здесь от этих тварей нет покоя. Господин Луазо, сейчас за нами кто-нибудь придет. Корнюде, не бойтесь, впереди таких моментов у нас немало будет на пути. Пышка, что надо им? Корнюде, проверка документов. Подержат нас немного взаперти. Мадам Луазо, вы думаете, нас арестовали? Господин Луазо, и нас посадят, может быть, в тюрьму. Корнюде, в тюрьму не знаю, думаю, едва ли. Терпение, разберемся, что к чему. Тут дверь дилижанса резко распахивается, и пассажиры видят молодого прусского офицера. Корнюде, хотите вы того или не хотите, но ехать в Дьеп без пропуска тщета. Офицер. Я местный есть начальник. Вы хотите? Приветствую вас в Тоте, господа. Эпизод 3. Вечер в деревне Тот. Коридор местной гостиницы. По коридору, нагруженные вещами, движутся путешественники. Все разбредаются по номерам, и коридор пустеет. Последними идут Корнюде и Пышка. Возле номера Пышки они останавливаются. Корнюде помогает молодой женщине занести ее багаж в комнату, но не уходит, а красноречиво застывает на пороге. К нему подходит Пышка. Некоторое время оба молчат и пристально смотрят друг на друга. Неожиданно Корнюде рывком привлекает Пышку к себе. Снова пауза. Наконец Пышка мягко, но настойчиво высвобождается из его объятий. Пышка, я много раз слыхала мимоходом, поскольку я росла в простой семье, что демократы ласковы с народом. Но не в такой же степени, месье Корнюде. Ну что, вам жалко? Вас же не убудет. Зачем вы так со мною недобры? Я слаб, но демократы тоже люди. Пышка, мне тоже так казалось. До поры. Корнюде. Мне нравится ваш гневный темперамент,
Свобода от злокозненной молвы. Пышка, а ваше самолюбие не ранит, что я почти такая же, как вы? Корнюде. Да, мы близки. Бесстрашие, сила духа — вот то, что нас роднит, Элизабет. Пышка. Вам кажется, что демократ и шлюха природою одобренный дуэт? Но Корнюде уже не до иронии. Он хватает Пышку за плечи, крепко целует ее в губы. Видимо, поцелуй производит на Пышку впечатление. От ее былой насмешливости не остается и следа. Корнюде. Простите, если я излишне смело... Не извиняйтесь, милый Корнюде. Я и сама бы этого хотела. Да только обстоятельства не те. Нет, вас не в состоянии понять я. Здесь нет войны, здесь царство тишины. Какие же для этого занятия еще вам обстоятельства нужны? Я, быть могла бы, с вами где угодно, но здесь мне делать это не с руки. Но почему? Ведь комната свободна. Но в комнате напротив пруссаки. У них к туземцам нету интереса. Они не станут пялить в щелку глаз. К тому же технология процесса у них такая же точно, как у нас. Да, мы для них туземцы, звери, пешки. Но подавать спесивому врагу столь откровенный повод для насмешки, простите, не хочу и не могу. Не знал, что вы такая патриотка. Ну, все, пожалуй, ясно. Я пойду. Не знал, что я такая идиотка. Такой подтекст имели вы в виду. Я обманула ваши ожидания. Но все же мне встреча с вами дорога. Мы наши повторим еще свидание. Но только... не в присутствии врага. Корнюде уходит, что-то недовольно бормоча. Пышка захлопывает дверь. Через некоторое время в конце коридора возникает другая тень. Это толстяк Луазо. Крадучись, он подходит к двери номера Пышки. Стучит в дверь каким-то особым замысловатым стуком, будто бывал здесь тысячу раз и уверен, что хозяйка узнает знакомый пароль. Дверь отворяется. На лице Пышки ни удивления, ни разочарования, ни любопытства. Она и впрямь как будто знала, кого можно ждать в гости в такую пору. Господин Луазо, я лег уснуть, да и уснул почти что, но вдруг какой-то бес толкает в бок. Ступай, проведай Пышку. Здравствуй, Пышка. Пышка, а мы уже на «ты», мой колобок. Ну, если ты меня уже проведал, ступай назад, к жене своей под бок. Сегодня днем ты сытно пообедал, и сон твой будет ровен и глубок. Господин Луазо, ты шутишь? Да какие к черту шутки? Я до смерти намаялась в пути. Тебе нужны услуги проститутки? Так действуй соответственно. Плати. Такой поворот дела толстяка устраивает. Он тут же начинает шарить по карманам в поисках кошелька. Господин Луазо, я не такой, как прочие мужчины, кому платить за труд не по плечу. Я сам большой противник дармовщины, и женщинам, как правило, плачу. Наконец кошелек найден, и господин Луазо с поклоном передает его Пышке. Та с недоумением вертит его в руках, несколько раз подбрасывает его на ладони, демонстрируя его позорную легковесность, и в конце концов складывает его пополам. Пышка, и это все? Не густо же, мой сладкий, потрясает кошельком. Его же можно вчетверо сложить. Он мог бы просто книжную закладкой или даже промокашкою служить. Такой кошель дари любимой теще. А я, дружок, чтоб ты со мной лег, должна иметь увесистее и толще примерно раз в 15 кошелек. Швыряет кошелек господин Луазо. Господин Луазо, 15 раз? Ведь это ж больше 1000. Пышка, но ни сантима я не уступлю. «Да за такие лютые деньжищи я королеву Англии куплю!» Пышка, «а ты как думал? Я немало стою. Недаром ты вошел в такой азарт. А жалко денег, так милуйся стою, чей 5 минут назад ты гладил зад». Оглядев господину Лазо с ног до головы, «и похудеть тебе бы не мешало. Я это не в упрек, сама толста, но мы круглы, как 2 бильярдных шара. В кровати же такая теснота». Господин Луазо, хоть мы с тобой не очень сухопары, но нам поладить пара пустяков. Пышка, нет в жизни ничего смешнее пары, желающих обняться толстяков.
Все, хватит, Колобок, ступай обратно. Поди уж заждалась тебя жена. Не так приятно, но зато бесплатно. И честь семьи зато сохранена. Посрамленный господин Луазо уходит. Но коридор недолго остается пустым. Парад соискателей продолжается. У Пышкиной двери появляется господин Ламадон. Пышка, отворяя дверь. Вы? Ночью? Призабавная картина. Чем вызван полуночный ваш визит? Господин Ламадон, хоть я в какой-то степени мужчина, но мой визит ничем вам не грозит. Пышка, о, я вас подозрением не обижу. К чему мне поднимать среди ночи крик? Я никакой угрозы в вас не вижу. Вы очень обаятельный старик. Господин Ламадон, старик? О, это слышу каждый день я. Но я не так уж стар, мадемуазель. Вам изменить свое придется мнение, как только мы уляжемся в постель. Пышка, постель большого требует здоровья, а этого у вас как раз и нет. Господин Ламадон, нацеливаюсь, если на любовь я сбрасываю с плеч десяток лет. Пышка продолжает стоять на пороге своего номера, не предлагая гостю войти. Господин Ламадон наклоняется к Пышкиному уху и, кроме того, уверенно кладет руку ей на грудь. Пышка вздрагивает. Ламадон, не бойтесь вы, все будет шито-крыто. Пышка, не смейте, или я начну кричать. В азарте вы отбросите копыта, а мне потом придется отвечать. Ламадон отнимает руку от груди Пышки и даже прячет ее за спину. Ламадон, но почему же так должно случиться? Мне ваш прогноз понятен не вполне. Пышка, а кто на свете может поручиться, что вы не окочуритесь на мне? Пусть мой вопрос покажется вам глупым. Ответьте грубо, прямо, без прикрас. Случалось вам лежать в обнимку с трупом? Ламадон в ужасе. О, Господи! Пышка, ну вот. А мне не раз. Лежу с одним клиентом я в кровати. Гляжу, а он ногою дерг, да дерг. А поутру... Короче, в результате беднягу отвезли в руанский морг. Да если бы он один, но из постели моей, без всяких видимых причин, буквально друг за другом отлетели на небеса 14 мужчин. Проклятие, что ли, какое в самом деле? Что этому причиной и виной? Мужчины так и мрут в моей постели, как только пообщаются со мной. Господин Ламадон слушает Пышку, открыв рот. Следует заметить, что выглядит он не лучшим образом. На лбу у него выступает крупный пот, глаза вываливаются из орбит, руки трясутся. Наконец это замечает и Пышка. «Вам плохо? Вид у вас какой-то шалый. Да, дикий вид у вас. Прескверный вид, господин Ламадон. Вы знаете, пойду-ка я, пожалуй. Надеюсь, это вас не прогневит». Не сказав более ни слова, господин Ламадон быстрым шагом, почти бегом, уходит по коридору. Пышка ему вслед. «Какой там гнев? Какая там обида? Мне мертвецы в постели ни к чему. Я ж говорю, отбросите копыта, а мне потом за вас идти в тюрьму». Однако вечер был бы неполным, если бы не появился еще один претендент на Пышкину любовь. И он не заставил себя ждать. Пышка еще не успела закрыть дверь, как в конце коридора замаячила долговязая фигура графа. Вальяжной походкой в развалку граф неспешно приближается к Пышке, будто знает, что уж кого-кого, а уж его-то непременно дождутся. Так что особенно торопиться ни к чему. Граф, я счастлив, ибо с вами вижусь вновь я. Пышка, я тоже рада встрече, милый граф. Люблю девиц из низшего сословия за их простецкий и не строгий нрав. В чем суть визита, граф? Да ладно, бросьте. Не надо этих ханжеских тират. Небось, в Руане к вам нечасто в гости заглядывал наш брат-аристократ. С недавних пор и вправду стало мало клиентов. Я хочу сказать, гостей. А если я кого и принимала, то тех лишь, кто не лез ко мне в постель. Но почему же, будучи желанной для стольких в нашем городе мужчин, вы объявили нашим Дон Жуаном такой весьма жестокий карантин? Вот и со мной обходитесь вы строго, и я минут не менее 5 скребусь, как пес у вашего порога, и не решаюсь в комнату войти. Пышка, ах, граф, я вас охотно бы впустила, да только есть загвоздочка одна. Сказали медицинские светила, что я серьезно, кажется, больна. Больны? Так вы нуждаетесь в лечении. Я и лечусь настойками из трав.
Но вы сюда пришли для развлечения. Не будем же о грустном, милый граф. Входите же, не стойте у порога. Или вам мои услуги не нужны? Я вовсе не такая недотрога, какой кажусь порой со стороны. Пышка пытается втащить графа в комнату, граф упрямится. Да будет вам топтаться перед дверью. Уже ли не надоело это вам? Признаться, я в болезнь свою не верю. Да кто же верит нынче докторам? Но чем же вы больны? Внесите ясность. Да успокойтесь. Доктор был неправ. И все ж, какой он выставил диагноз? Да сифилис. Ну не смешно ли, граф? Сказал, вам жить осталось 2 недели. Да зря он каркал, этот господин. Из тех, кто побывал в моей постели, покамест не скончался ни один. Я и сама, хоть выгляжу усталой, пока еще, как видите, жива. Как говорил один неглупый малый, все это лишь слова, слова, слова. Забыла досказать. А этот умник, ну тот, кто смерть мне скорую предрек, через неделю сам, представьте, умер. Такой вот незадачливый пророк. Граф, не говоря ни слова, срывается с места и бросается по коридору на утек. Слова прощания Пышка кричит ему уже вслед. «Спокойной ночи, граф! Привет, графине!» На этот раз, похоже, пронесло. Всех прогнала, и снова как в пустыне. Так можно и утратить ремесло. Эпизод 4. Утро в деревушке Тот. Деревенская гостиница. Казарменного вида холл, превращенный комендантом в столовую. Путешественники завтракают. Завтрак проходит в напряженном молчании. Похоже, все кого-то или чего-то ждут. Появляются комендант и кучер. Путешественники оживляются, и становится понятным, что ждали именно их. Мадам Луазо. «Мы едем или нет? Какие вести, комендант? Начальство не задерживает вас, кучер. Готовьтесь, господа, сносите вещи. Мы выезжаем ровно через час». Комендант Пышки. «Мадемуазель, обязан вам сказать, я вас срочно хочет видеть офицер». «Он вас вчера приметил». Пышка. «О, проклятие». Господин Луазо. «И взял, как говорится, на прицел». Пышка коменданту. «Приказам подчиняюсь я нечасто, лишь тем иду навстречу, с кем дружу. Что ж до приказов прусского начальства, я в армии, простите, не служу». «Комендант, конфликтовать с командованием глупо, полезнее подчиниться иногда. Откажетесь идти, и эта группа, — кивает на пассажиров, — сегодня не уедет никуда». Пышка. «Что ж, комендант, я верю вам всецело и не хочу навлечь на них беду. Скажите господину офицеру, что, как мне не противно, я приду». Пышка выходит, не удостаивая никого из присутствующих взглядом. Комендант следует за ней. Путешественники снова возвращаются к столу. «Мадам Луазо, и все же не могу не удивиться, с чего ему вдруг в голову взбрело встречаться с этой чертовой девицей, чье так малопочтенное ремесло?» Господин Луазо. «О, злые завистливые бабы! У шлюх и то урвать готовый кус! Он выбрал, без сомнения, тебя бы, будь у него не так испорчен вкус». Мадам Ламадон. «Откуда вкус и ум у оккупанта? Он груб и глуп, как всякий солдафон». Господин Ламадон. «А что он должен, вслух считать ей Канта? Или Шуберта играть ей должен он?» Граф. «Но это Пышка. Ох уж это Пышка». Корнюде. «Ну что вы к ней цепляетесь опять?» Граф. «В ее головке лишь одна мыслишка». Корнюде. «Какая же?» «Да с кем бы переспать?» Господин Ламадон. «Как Пруссаков она судила строго, господин Луазо, мол, никогда не лягу я с врагом». Граф. «Но свистнули, и наша недотрога на свист рванула чуть ли не бегом». Корнюде. «Увы. Но будьте все же справедливы, ведь эта Пышка, кто она ни будь, пошла на эту жертву, чтоб смогли вы сегодня утром свой продолжить путь». Графиня. «Мужчины, как вы злы! С чего бы это вам Пышка стала так уж не мила?» Корнюде. «Боюсь, тут нет особого секрета. Пренебрегла. Ну, в общем, не дала». Граф. «Что вы сказали?»
Ну уж это слишком. Я грешник, и соблазнов я не чужд, но чтобы приставать к каким-то пышкам, какая клевета, какая чушь, господин Ламадон. Как можно так над нами изгаляться? Не будь у нас у всех другая цель, я тут же предложил бы вам стреляться. Господин Луазо, я тоже предложил бы вам дуэль. Мадам Луазо, да спятили вы, что ли, в самом деле? Господин Луазо, уж ты-то точно не в своем уме? Мадам Ламадон, какие могут быть сейчас дуэли, коль мы сидим практически в тюрьме? Графиня, ну хватит, позлословили и ладно. Останемся приличными людьми. Графу, а с пышкой история занятна. Тут есть о чем подумать, черт возьми. Неожиданно в столовой появляется пышка, и присутствующий, мгновенно забыв, что именно она и была предметом недавних раздоров, бросаются к ней с расспросами. Корню Де, ну как дела? Я искренне встревожен. Мадам Ламадон, каков визита вашего финал? Мадам Лазо, чего хотел Пруссак? Пышка, да все того же. Нельзя сказать, что он оригинал. Мадам Луазо, нельзя ли в деталях? Пышка, жуткая картина. Стучусь, кричит, войдите, я вхожу, а он в одних подштаниках, скотина. Не в очень белых, я вам доложу. Графиня морщится от Пышкиного рассказа. Две молчаливые монахини на всякий случай отходят от Пышки подальше. Оделись бы, прошу его с укором, ведь перед вами дама как-никак. Мадам Луазо, а он? Глядит тупым коровьим взором. Мадам Ламадон, откуда быть культуре-то? Пруссак, мадам Луазо. И что потом? Пышка, хватал меня за сиськи и в ухо мне шептал. Люблю, люблю, мадам Луазо. А вы? А я? Хоть я живу по-свински, со свиньями пока еще не сплю. Тащил в кровать, мадам Луазо. А вы? Пышка, не тут-то было. Мне не по нраву хамские дела. Я оттолкнула этого дебила. Мадам Лозо, и что, Пышка, дала по морде и ушла. Некоторое время попутчики переживают рассказ Пышки, а потом раздаются дружные аплодисменты. Пышка, признаться, я ждала от вас скандала, ведь я же свой не выполнила долг. Аплодисментов я не ожидала и не пойму, какой в них смысл и толк, мадам Ламадон. Что вы не переспали с ним, неважно. Корню Де, Пруссак, хоть он от вас и без ума, едва ли с вас потребует реванша. Господин Луазо, ведь дело-то пикантное весьма. Появляется комендант. Боюсь вас огорчить перед обедом, но выезд ваш отложен на 3 дня. По толпе путешественников проходит ропот разочарования и возмущения. Граф. В чем дело, комендант? Комендант. А вот об этом вам следует спросить не у меня. Комендант выразительно смотрит на Пышку. Вслед за ним на Пышку смотрят и остальные. Тяжелая пауза. Часть вторая. Эпизод 5. Уже знакомое нам гостиничное помещение, где путешественники собираются на завтрак, обед и ужин, а также на экстренное обсуждение тех или иных событий. Теперь углы помещения завалены багажом и дорожными вещами путешественников, отчего оно стало выглядеть вполне обжитым и даже по-домашнему уютным. Однако от чрезмерно долгого ожидания отъезда настроение пассажиров в настоящий момент оставляет желать лучшего. Мадам Ламадон, мы прозябаем здесь уж 3 сутки. Терпение кончается мое, мадам Луазо. И все из-за какой-то проститутки, из-за тупой строптивости ее, господин Луазо. Знать, сердце Пышки страстью оскудело. То всем дает, а то вдруг никому. Корню Де, кому она дает, не ваше дело. Вы не были свидетелем тому, граф. Я прожил жизнь в Руане и ни разу не видел даже издали Ла-Манш. Корню Де, коль верно я толкую вашу фразу, вы Пышкин осуждаете, Демарш. Граф, да нет, но прямота сейчас не в моде, ей надо было действовать умней. Корню Де, когда она дала ему по морде, вы ж сами аплодировали ей. Граф,
Мы хлопали нахальной бедолаге, не очень разобравшись, что к чему. Я хлопал озорной ее отваге, а не ее пещерному уму. Корнюде. Зовите Пышку дурой или шлюхой, но понимать при этом вы должны своей антипрусской оплеухой. Девчонка защищала честь страны. Граф. Честь Франции? Чудовищная шутка. В какое же мы дерьмо сумели влезть? Коль образец бесчестия, проститутка, сегодня защищает нашу честь. Графиня. Да будет спорить вам и припираться. В кого ни ткни, истерики одни. Давайте думать, как нам выбираться из этой идиотской западни. Голоса. Пусть скажет граф. Да-да, пусть граф нам скажет. Граф. Тут выход, к сожалению, лишь один. Она должна с ним лечь. Корнюде. Она не ляжет. Господин Луазо. Да как это не ляжет? Убедим. Мадам Лабадон. К мужчинам. Хоть я не жду от этой дуры чуда, попробуйте ей все же втолковать. Наш дилижанс не выпустят отсюда, пока она не ляжет с ним в кровать. Графиня. Но чтобы избежать приема злого и в разговоре не попасть в просак, запомните, для Пышки нету слова грязней и неприличней, чем пруссак. Граф. К дамам. Но я в сомнении. Поделюсь им с вами. Ведь мы мужчины... Графиня, надо полагать. И что с того? Граф, какими же мы словами должны ей суть задачи излагать? К ней относясь с почтением огромным, мы вслух не все решимся ей назвать. Из тысячи грубых слов ей самым скромным покажется, я думаю, кровать. Нет, чтобы решить проблему в одночасье, нужны терпение, такт и интеллект, господин Ламадон. А мы одни без женского участия провалим сей блистательный проект, господин Лазо. Заговорим мы с ней на эту тему, начнутся сплетни грязные опять, мол, вы стремитесь к Пышкиному телу, вы явно с ней хотите переспать. Граф, видя, что мужские аргументы не производят на дам должного впечатления, к тому же я вспыльчив, господин Ламадон, я излишне желчен, господин Луазо, а я потею, аж взмокаю весь. Нет в мире дипломатов лучше женщин, они в момент собьют с гордячки спесь. Граф замечает безучастного к разговору Корнюде. А ваше сердце к этой теме глухо, господин Луазо. Он чуток только к Пышкиной беде. Господин Ламадон. Ах, Корнюде, далась вам эта шлюха. Вы так сентиментальны, Корнюде. Господин Луазо. А мне пришла в башку одна мыслишка. Корнюде. Не выль, месье, счастливчик редкий тот, кому благонамеренная Пышка... Хоть изредка, но все-таки дает. Господин Луазо открывает рот, чтобы еще что-то сказать, но не успевает сказать ни слова. Корнюде коротко размахивается и бьет господину Луазо в челюсть. Господин Луазо падает, но тут же поднимается. Всеобщее замешательство. Господин Луазо. Вы видели? Граф. Нет слов от возмущения. Господин Ламадон. Он вас ударил в челюсть. Корнюде. Неужели? Мадам Луазо, пусть просит при свидетелях прощения, господин Луазо. Нет, черта с два! Дуэль! 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 Господин Луазо, угрожающе, как бодливый бычок, наклоняет голову и с яростным рычанием кидается на обидчика. Завязывается потасовка, в которой принимают участие остальные мужчины. Мадам Ламадон и мадам Луазо пытаются растащить дерущихся. Мадам Луазо, знать мало дуракам одной напасти. Мадам Ламадон, но в чем, скажите, дело, существо? Графиня с восторгом смотрит на дерущихся. Ах, сколько безрассудства, сколько страсти. И все из-за кого? Из-за кого? Эпизод 6. Номер Пышки в той же деревенской гостинице. Поздний вечер. Пышка готовится ко сну. Слышится стук в дверь, и на пороге появляется мадам Луазо. Не дав хозяйке опомниться от неожиданности, мадам Луазо тут же кидается в атаку. Мадам Луазо, беседовать вы стали бы не с каждым, с придурками вас бесит болтовня, и потому сообщество сограждан для встречи с вами выбрало меня.
Вы пруссаку ответили отказом. Мы этот факт не ставим вам в вину, но 10 путешественников разом теперь, по вашей милости, в плену. Пышка. Об этом я не думала. Простите, мадам Лозо. В прощении ль дело в случае таком? Но я... Тогда чего же вы хотите? Вам надо помириться с пруссаком. Коль вы не согласитесь, все мы трупы. Да будет вам. Он лечь готов с любой. Нет, не с любой. Лишь вам из нашей группы предложен шанс пожертвовать собой. Но я задам вопрос вам чисто женский. Пусть глуп и даже дерзок будет он. Не хочет ли такой почетной жертвой стать госпожа, к примеру, Ламадон? Да кто ж захочет с такой жердью в постели провести хоть 5 минут? Коль с пьяных глаз и примут эту жертву, то утром с отвращением вернут. Тогда столкуйтесь с нашей графиней. От граф, разумеется, тайком. Пускай своей поступится гордыней и за идею ляжет с пруссаком. Поговорит он с нашей гусыней и повернет свои желания вспять. Нет, можно спать, конечно, и с графиней, но лучше все же с женщиной спать. У каждого свой вкус. И что же вы сами не кинетесь в объятия к нему? Я замужем. С какими же я глазами вернусь под утро к мужу своему? Резонно. Вот беда-то, вот несчастье. Лишь я пока не замужем. Одна. Мне некому под утро возвращаться, и я на подвиг обречена. Выходит, не понравится мне кто-то, так мне отказать ему нельзя. Но это, ваша милочка, работа, предназначение ваше, и стезя. Не будьте так разборчивы и строги, не придавайте веса пустякам. Вам только и труда раздвинуть ноги, все остальное он спроворит сам. Голубушка, вас умоляем все мы, на помощь призывая небеса, не делайте из этого проблемы. Тут дело-то всего на полчаса. Возможно, я попутчиков обижу, но все же отвечу честно, не солгу. Я пруссаков настолько ненавижу, что видеть этих гадов не могу. Вы думали, к стене меня припрете? И я проблею жалобное «да»? Скажу я «да» хоть жабе на болоте, но прусскому ублюдку никогда. Уйдите же, мадам, не приставайте, не то я разозлюсь наверняка. И вместо пруссака в моей кровати вы своего найдете муженька. Эпизод 7. Едва захлопывается дверь за мадам Луазо, как снова раздается стук. Похоже, визитеры сговорились не давать хозяйке передышки. Теперь на пороге появляется мадам Ламадон. По-видимому, она готовится к серьезному и обстоятельному разговору, но Пышка, уже сообразившая, что к чему, перехватывает инициативу и первой кидается в бой. Пышка. Пока мест разговор еще не начат, нет, нет и нет, я заявляю вам. Вот мой ответ. Но так или иначе, вы здесь, и я вас слушаю, мадам. Мадам Ламадон, из-под нее явно выбили почву. Вы рта открыть мне, милочка, не дали, заранее на все ответив «нет». И что я не скажи теперь, едва ли другой я получу от вас ответ. Но я рискну. Надеюсь, вам известно, что все мы здесь находимся в плену. Пышка. Известно, да. Но вот что интересно. Все обвиняют в этом вас одну. Мы все лишь одного сегодня жаждем. Покинуть это место и забыть. И ваша роль в спасении сограждан главнейшая. Пышка. Главнее не может быть. Мне эта роль ясна. По мнению многих, она весьма для шлюхи нетрудна. Мне нужно лечь в постель, раздвинуть ноги, и жизнь сограждан будет спасена. Для этой роли хватит мне таланта и выдержки, но есть один пустяк. Под прусского ложиться оккупанта душа не позволяет мне никак. Мадам Ламадон понимает туманный аргумент Пышки по-своему. Мадам Ламадон, вы требуете денег. Что ж, разумно. Любое денег стоит ремесло. Какая вас устроила бы сумма? Любое, назовите мне число. Пышка. Барахтаться в его объятиях потных, не заблевав при этом всю кровать, ведь это ж, согласитесь, просто подвиг, а подвиги негоже продавать.
мадам Лабадон. Так вы согласны? Нет, я не согласна. Тогда нам всем конец, мадемуазель. Возможно. Но неужто вам не ясно? Нельзя с таким ублюдком лечь в постель. В чем отвращение вашего причина? Он не кривой, не лысый, не рябой. Довольно представительный мужчина и молод, и вполне хорош с собой. Да, шарма в пруссаках и вправду мало. Зато они в постели мужики. Будь мы подруги, я бы вам рассказала, на что они способны, пруссаки. Ого, мадам, так вам и карты в руки. В вас столько неподдельного огня. Боюсь, в постелеведческой науке вы преуспели более меня. О, я бы от сомнений не страдала и вмиг бы отвела от вас беду. Так что ж, боюсь семейного скандала. Мы все тут друг у друга на виду. Понятно. Ну а как насчет графини? Вы спятили. В условиях войны нет титулов и званий. Мы отныне пред общую бедою все равны. Едва ли найдется в мире простофиля, кто с нашей титулованной мадам иметь захочет дело. Ведь графиня красива, как химера с Нотр-Дам. Пышка. А Луазо? Она не Нефертити, но формы есть у этой Луазо. Да вы никак всю Францию хотите на общепрусский выставить позор. Поскольку чувство юмора им чуждо, а мысли их кондовые просты, они впрямь решат, что эта чушка — апофеоз французской красоты. Что ж, если вариантов больше нету, чтобы вытащить сограждан из дерьма, выходит по всему, работу эту я выполнить обязана сама. Так что же вы решили? Я с ним лягу. Вы говорите правду? Правду, да. Спасибо. Вашу мудрость и отвагу я верила, голубушка, всегда. Пышка, но дело непростое. И к тому же теория без практики мертва. Поэтому мне нужно с вашим мужем день-два порепетировать сперва. Восьмой эпизод. Теперь графиня врывается в комнату Пышки без стука и уже готова разразиться бурным монологом. Но яростная реплика Пышки заставляет ее замереть прямо у двери. Пышка. Да вас тут визитеров было много, и разговор ясен мне предмет. Не отрывайтесь сильно от порога, и прямо там мое примите нет. Две ваши закадычные подруги. Графиня. Попутчицы, хотели вы сказать. Пышка, просили об одной меня услуге, но мне, увы, пришлось им отказать. Графиня, я слышала, как вы на них орали. Мол, это аморально, спать с врагом. Но можно ли нынче думать о морали? Сегодня нужно думать о другом. Не знаю, по душевной простоте ли, или то образование недочет, но важности в истории постели... Вы не берете, милочка, в расчет. В правительствах, о чем бы ни галдели, в парламентах, о чем бы речь ни шла, все в результате сводится к постели, где, в общем, и решаются дела. Промышленники, лавочники, воры, политики всех рангов и мастей, все сделки, соглашения, договоры несут на обсуждение в постель. Случается, паршивенькие стервы, за коих и сантима не дают, идут в постель никем, а из постели наутро королевами встают. Вы героиней стали бы, наверное, в постели офицера приютив. Вы помните, как в стане Алаферна вела себя прекрасная Юдивь? Пышка, где же ваша респектабельность и трезвость? Я аналогии этих не пойму. Неужто я башку должна отрезать тупому ухажеру моему? Графиня. Избави бог. С чего вы так решили? Тогда нам всем грозила бы тюрьма. Ведь вы и так башки его лишили, коль он от страсти к вам сошел с ума. Оставьте на плечах башку вы эту, но выигравший бой на простыне, вы над врагом одержите победу духовную. Пусть лежа на спине. П.
Пышка. «Да где же тут вы видите победу? Ведь лежа под поганым прусаком, наглядно покажу всему я свету, кто правит кем и кто лежит на ком. Мне повезло во Франции родиться. Во Франции! С каких же это пор в стране древнейших рыцарских традиций победой именуется позор?» Графиня. «Пусть видит мир. На вас такой красивый лежит болван, спесивый и пустой. Коль Пруссия воюет грубой силой, то Франция воюет красотой». Пышка. «Все это лишь слова, слова и только. Ведь этот малый, глупая свинья, боюсь, что, не умея мыслить тонко, он не поймет, что победила я. Предмет исчерпан, милая графиня. Как видите, я выдержкой крепка. Я лягу хоть под грека, хоть под финна, хоть под кого, но не под пруссака». Эпизод 9. В столовой нервно расхаживают из угла в угол мужчины, ожидающие результата женских переговоров. Здесь же и две монахини, которые по-прежнему сохраняют полный нейтралитет и не участвуют даже в разговорах. Наконец, в столовой появляются женщины. Судя по выражению их лиц, переговоры с Пышкой не имели успеха. Графиня. Бесчувственная, черствая девица, к страданиям глухая, как бревно. 3 дня уж заключение наше длится, а этой вертихвостке все равно. Мадам Ламадон. Она неприручаема, как кошка, не слушает советов, хоть убей. Мадам Лазо. С ней говорят, она глядит в окошко и уличных считает голубей. Мадам Ламадон. Глупа, глупа от пяток до макушки, глупа, как от мотыги черенок. Мадам Луазо. Откуда же быть уму у потаскушки? Весь ум, как говорится, между ног. Корнюде. Оставьте, наконец, ее в покое. Вас невозможно слушать без стыда. Как можно говорить о ней такое? Ведь это же... Мужчинам. Вмешайтесь, господа. Господин Луазо. Подумаешь, какая незабудка. Рукой не тронь, словечком не задень. Господин Ламадон. Она же рядовая проститутка. Ей говорят такое каждый день. Граф, велик ли труд своих сограждан ради лечь с мужиком, пусть он и не француз? Господин Луазо. Подумаешь, какой позор для бляди, какое унижение и конфуз. Корнюде. Она козлу привычна, как к погоде, и не свободна от житейских схем. В одной ей отказать нельзя свободе. Свободе выбирать, когда и с кем. Мадам Ламадон. Нам всем придет конец от этой шлюхи. Я это повторяла вам 100 раз. Но вы к моим призывам были глухи, и вот извольте видеть результат. Господин Ламадон, глядя на Корнюде. Но выход есть, притом блестящий выход. Мадам Ламадон. Так в чем же этот выход? В Корнюде, обращаясь к нему. Мы с Пышкой не справились, но выход помочь нам не откажетесь в беде. Корнюде. Когда б я мог, помог бы непременно. Но хоть мужчина я еще в соку, боюсь, плохая Пышке я замена, и не придусь по вкусу пруссаку. Господин Ламадон. Знать, выразился я неосторожно и был не понят вами, Корнюде. Вас с Пышкой перепутать невозможно, пусть даже и в полнейшей темноте. Нет, у меня другое предложение. Оно куда обычней и скромней, ведь Пышка к вам питает уважение, и вы могли бы договориться с ней. Корнюде. Согражданам отказывать непросто, но все-таки прошу иметь в виду, ходатаем по этому вопросу я к Пышке не ходил и не пойду. Граф. Взгляните, что во Франции творится. Трещит, шатаясь, трон, поруган герб, а эта шлюха, видите ли, боится моральный причинить себе ущерб. Господин Ламадон. Французы на войне рискуют жизнью, от пули не надеясь увильнуть, а это за родимую отчизну и пальцем не желает шевельнуть. Господин Луазо, ведь до чего упрямая засранка? Легла бы с пруссаком и горе сплеть. Ложилась с кем попала за 3 франка, так почему ж за родину не леть? Корнюде,
Тут пышная риторика напрасна. Хотя она и бьет из вас ключом. Вы недовольны Пышкой, это ясно. Но Родина-то, Родина при чем? Граф, нас с Родиной связывают узы. Сыновние, они прочны весьма. И если плачут где-нибудь французы, то это плачет Франция сама. Господин Ламадон, в какой бы дальний край ни забрели мы, в какой бы ни заплыли океан, мы с Родиной всегда неразделимы. И всюду вспоминаем наш Руан. Господин Луазо, как вспомнятся грудастые нормандки, так на сердце тоски ложится груз. Где мы-нибудь, в России, на Ямайке, француз, ведь он и в Африке француз. Корнюде, есть в ваших рассуждениях нота фальши. Вы пребывать по родине в тоске, стараетесь от родины подальше, в уютном безопасном далеке. А было бы приличнее гораздо, коль сердце так уж просится домой, по родине рыдать не где-то в Глазго, а прямо здесь, на родине самой. Мужчины распетушились и, кажется, уже готовы отстаивать свою правоту в рукопашную, но тут в спор вмешивается графиня. Графиня. Сцепились, как дворовые мальчишки, а дело не туда и не сюда, обращаясь к Корнюде. Намерены ли вы подняться к Пышке, Корнюде, и предложить ей сдаться? Никогда. Эпизод 10. Снова стук в дверь. Пышка уже готова чертыхнуться, но на пороге возникает Корнюде. Пышка удивлена и обрадована. «Ах, это вы! Какой вы молодчина! Пришли меня утешить, милый друг! Каким подарком может быть мужчина, когда сплошные женщины вокруг? Дурацкий гомон этих вздорных кукол меня порой смешил, порой бесил. Они меня загнать пытались в угол, но я боролась, сколько было сил». Корнюде. «Чего же эти дамочки хотели?» Пышка. «Хотели, чтобы однажды вечерком я провела часок-другой в постели, ну, с этим местным монстром, с прусаком. Они еще не раз за эту ночку придут меня сердить и раздражать. Надеюсь, я теперь не в одиночку атаки эти буду отражать». Корнюде молчит с каменным лицом. Это приводит Пышку в некоторое замешательство. «Ах, что я говорю, мои заботы не трогают вас, видимо, совсем». Корнюде. «Не обижайтесь, воздух несвободы мне неприятен так же, как и всем. Скажу вам откровенно, без обмана, мне оставаться здесь нельзя и дня. Вся тайная полиция Руана буквально сбилась с ног, ища меня. Мой грех на преступление не тянет, но все же всем законам вопреки меня усердно ловит департамент полиции, вернее, его шпики». Пышка. «За что же вас преследовать решила полиция? Ведь вы же не злодей». Корнюде. «Ну как за что? За критику режима, за вольнодумный дух моих статей. Куда я ни иду, куда ни еду, где только не мелькнет мое пальто, за мной тотчас кидается по следу толпа шпиков. Голов примерно 100. Пышка. «Уж так и 100, не верю». Корнюде. «Ну, 15. Но мне бы хватило даже и 5. И от 5, я вынужден признаться, не так легко во Франции уйти. Услышьте, наконец, рассудка голос, и плюньте вы на гордость. Дьявол с ней. Нужна, конечно, женщине гордость, но здравый смысл значительно нужнее». Пышка. «Я поняла. Похоже, вы не рады, что прусаку дала ей отворот». Корнюде. «Увы». Пышка. «Ах, демократы, демократы! Какой же ненадежный вы народ! Я вижу, от меня вы ждете слова согласия. Я вас не подведу. Да я, мой друг, хоть с чертом лечь готова, чтоб только отвести от вас беду. Попыток было множество сегодня толкнуть меня в объятия к прусаку, но повезло лишь вам. Я лучшей сводни, пожалуй, не встречала на веку». Корнюде становится на одно колено и целует руку Пышки, после чего встает и молча идет к двери. Последние слова Пышки застают его почти на пороге. «А я ведь вас любила. 3 суток. Не притворяйтесь, что удивлены. Чем-чем, а уж любовью проституток вы, демократы, не обделены».
Одиннадцатый эпизод. В ожидании Корнюде путешественники нервно расхаживают по помещению столовой. Никто не произносит ни слова. Наконец появляется Корнюде, и истомившаяся толпа кидается к нему. Господин Ламадон. Ну что, и ваша миссия напрасна? Корнюде. Напротив. Торжествуйте, господа. Мадам Ламадон. Поверить не могу. Она согласна, господин Луазо? Она согласна, да. Корнюде. К несчастью, да, мадам Луазо. Но что же она сказала-то? Ответьте. Подробнее, месье, не так, общо. Корнюде. Сказала, больше сволочи на свете, чем я. Она не видела еще. Господин Луазо. Обиделись? Наплюйте и забудьте. Ведь главное, победа, Корнюде. Графиня. К графу, глядя на Корнюде. Нет, все-таки порядочные люди есть и в демократической среде. Появляется комендант. Граф, обращаясь к нему. Итак, милейший, на каком мы свете? Отправите ли вы нас когда-нибудь? Комендант. Ваш дилижанс сегодня на рассвете имеет право свой продолжить путь. Путешественники встречают сообщение коменданта криками ликования и аплодисментами. Дамы бросаются к коменданту и буквально душат его в объятиях. Графиня. Вы настроение подняли нам градус, принесши эту радостную весть. Комендант. Давайте же отметим эту радость всем вкусным, что у нас в подвалах есть. Господин Ламадон. Ура! У нас двойной сегодня праздник. Мадам Ламадон. Дела у нас и впрямь пошли на лад. Комендант хватает за локоть одного из шмыгающих по залу официантов. Неси вина, колбас, закусок разных, всего того, чем наш напичкан склад. Официант, согласно кивнув, убегает. Остальные официанты тут же принимаются накрывать столы. Мадам Ламадон, мужу. Поговорил бы, кстати, с комендантом. Ведь он хозяин тут, не кто-нибудь. Пускай нас обеспечит провиантом. Хватило, чтоб на весь дальнейший путь. Господин Ламадон, коменданту. Ну, коль уж речь о пище, не могли бы вы нам еды с собой в дорогу дать? Ну, сыру там, цыплят, копченой рыбы, чтоб нам в дороге вновь не голодать. Корнюде. Публике. Чтоб вновь не голодать. Нет, вы видали? Какая беспардонная брехня. Они, выходит, дело голодали, сожрав запасы пышки на 3 дня. Господин Луазо, коменданту. И мне у вас, любезный, напоследок хотелось бы поклянчить кое-что. Хорошего вина, бутылок эдак 15-20 или даже 100. Пока комендант отдает распоряжение своим помощникам, официанты заканчивают последнее приготовление к импровизированному пиру. Попутчики разбредаются по столам и дегустируют угощение. Мрачный Корнюде в стороне от всех опрокидывает в рот один бокал за другим. Он уже заметно пьян. Граф поднимает руку, призывая к тишине. «Оставим все никчемные беседы, пустые споры, зряшные дела. Мой первый тост за торжество победы! За то, что наша все-таки взяла!» Снова ликующие крики, аплодисменты, все поднимают бокалы. Корнюде. «Простите, дурака и привереду. Простите, надоедливость мою. Вы пили за какую-то победу? За чью победу? И в каком бою?» Мадам Луазо. «Он, кажется, хватил стаканчик лишку». Корнюде. «Я предлагаю тост, пусть слышат все, за нашу героическую пышку. Мадмуазель Элизабет Руссе». Мадам Ламадон. «Боюсь, мне за нее не хватит духу бокал с бургундским поднести ко рту». Мадам Лазо. «Вот сам пускай пьет за эту шлюху, а мне за пышку пить не в моготу, граф». «Конечно, это, блядь, весьма отлично от прочих мною виденных бледей, но петь ей дифирамбы неприлично в кругу добропорядочных людей». Графиня. «Ведь что бы мы сейчас ни говорили о благородной Пышкиной душе, ей так же далеко до героини, как вам, лавкач пера, до Бомарше». Господин Ламадон. «У нас пред этой Пышкой нету долга. Наоборот, она у нас в долгу. По правде говоря, уж слишком долго мы терпим эту дрянь в своем кругу». Мадам Луазо, не будь сия девица так спесива, не будь она хоть чуточку скромней, она должна бы нам сказать спасибо за то, что мы сидели рядом с ней, господин Луазо. У вас, похоже, времени в излишке, и слишком мало выпало вам бед, коль вы всю ночь трезвоните о Пышке, как будто интересней темы нет.
Пусть кто-нибудь нам скажет тост весомый, серьезный и глубокий. Граф, «Vive la France!» Да здравствует наш дружный и веселый, наш битый, но живучий дилижанс. Попутчики приветствуют тост графа одобрительными криками, аплодисментами, звоном бокалов. Корнюде, рискну нарушить вашу беззаботность тем тостом, что провозглашу сейчас. Я поднимаю сей бокал за подлость, которая навек связала нас. Корнюде обводит взглядом присутствующих. Взгляд его останавливается на коменданте. А вы антрепренером здесь, не так ли? За вас и надо пить, в конце концов. Вам удалось собрать в одном спектакле компанию редчайших подлецов. Я выразиться мог бы похлеще, да жалко силы времени на вас. Появляется кучер. Месье, мадам, укладывайте вещи. Отправка дилижанса через час. Граф, обращаясь к кучеру. Чтоб сохранилась целая посуда, и праздника финал не стал зловещ, не откажите в одолжении, сударь. Снесите в дилижанс и эту вещь, показывает на Корнюде. Кучер сгребает пьяного Корнюде в охапку и несет к выходу. Корнюде, барахтаясь в ручищах кучера, продолжает выкрикивать в адрес оставшихся обличительные тирады. Вы суть свою от общества скрывали, но я вас разглядел во всей красе. Обращаясь к кучеру. Скажите, ну не суки, ну не твари. Кучер. Обычные. Такие же, как все. Эпизод 12 и последний. Путешественники уже заняли свои места в дилижансе. Дверца дилижанса распахнута, и пассажиры поеживаются от холода. Но в проеме дверцы топчется комендант, поэтому никто не решается ее захлопнуть. Граф, оглядывая пассажиров. Ну, все уселись? Кучеру. Вы готовы, сударь? Мадам Луазо. Чего же мы не едем до сих пор, господин Луазо? Нам надо рвать немедленно отсюда, во весь, что называется, опор. Господин Ламадон, промешкаем чуток, и всем нам крышка. Застрянем здесь и сгинем без следа. Мадам Ламадон. Позвольте, господа, а где же Пышка, графиня? И вправду, где же Пышка, господа? Мадам Луазо. Что ж, барышня в своем репертуаре. Характер у нее, увы и ах. Все спят, она играет на гитаре. Всех разбирает смех, она в слезах. Мадам Ламадон, мир не знавал таких нахальных бестий. К примеру, хоть вчерашний взять сюжет. Собрание пассажиров. Все на месте. Нет Пышки. День прождали. Пышки нет. Граф кипит от ярости, но не знает, кому эту ярость адресовать. И в конце концов обрушивает свой гнев на голову ни в чем не повинного коменданта. Да что тут за порядки в самом деле? Нам нужно срочно ехать. Где она? Комендант. Мадмуазель, она еще в постели. И, как вы догадались, не одна. Да дайте же вы злобе передышку. Очистите от брани ум и речь. Ведь с некоторых пор вы эту Пышку должны лелеять, холить и беречь. Среди путешественников недобрый ропот. Внятно озвучить его решается только мадам Луазо. С чего бы это? Комендант. Всяко может статься. На вашем продолжительном пути еще таких любвеобильных станций вам встретится не меньше 10, господин Ламадон. Сдается мне, слова его резонны. Он говорит разумно и всерьез. Господин Луазо. В любой деревне нынче гарнизоны, и там большой на Пышку будет спрос. Мадам Луазо, графиня, я зла на мужиков сверх всякой меры, что Пышка вызывает в них азарт. Неужто и другие офицеры предпочитают этот же стандарт? Графиня молча пожимает плечами, показывая, что разговор ей не интересен, но мадам Луазо не унимается. А вдруг и мне какой-нибудь предложит, ну, намекнет, чтобы я ему дала, графиня. Такого быть не может, мадам Луазо. Отчего же, графиня, внимательнее смотритесь в зеркала. Появляется Пышка, чем вызывает в среде пассажиров некоторое оживление. Правда, попутчики еще не успели выработать по отношению к Пышке некой общей линии поведения. Пышка,
Простите, я немного задержалась, мадам Луазо. Мы мерзли в дилижансе целый час. Пышка, вы мерзли целый час? Какая жалость. Надеюсь, это остудило вас. Комендант помогает Пышке взобраться на подножку. Подавленный Корнюде подвигается на сиденье, освобождая место рядом с собой. Но Пышка делает вид, что не замечает этого, и садится на другое свободное место. Графиня обнимает Пышку. «Мне кажется, вы даже похудели, и под глазами темные круги. Враги они и женщины в постели ведут себя, как лютые враги, мадам Ламадон. Надеюсь, этот зверь не слишком много оставил вам на теле синяков?» Пышка, «я думаю, немного, мадам Ламадон. Слава Богу, а то я знаю этих пруссаков, господин Ламадон. Мы сострадали вам, отлично зная, какой пришлось вам вынести удар, господин Луазо. Вы наша гордость. Нет, вы наше знамя, граф. Скажу сильней. Вы наша Жанна д'Арк. Пышка, со мною Жанну сравнивать не дело. Она честнее и нравственнее всех нас. Начнем с того, что я давно не дева. Я девка. Согласитесь, есть нюанс. Оценив Пышкино чувство юмора, попутчики одобрительно смеются и аплодируют. Пышка продолжает, не теряя серьезности тона. «Спасибо вам, конечно, за признание, но знаменем служить негоже мне. Будь у французов эдакое знамя, им было б стыдно жить в такой стране». И опять одобрительный смех и аплодисмент. Граф. «Блестящий юмор! Фехтовальный выпад!» Пышки. «Такая скромность делает вам честь». «Нет, господа, за это грех не выпить, господин Луазо. Ну, если выпить, грех и не поесть». Путешественники, как по сигналу, лезут в сумки и баулы, доставая оттуда посуду, бутылки и съестные припасы. Господин Луазо разливает вино по кружкам и стаканам. Граф поднимает кружку. «Я предлагаю тост общенародный. За это, я надеюсь, выпьют все». Пышки. «Мы пьем за ваш характер благородный. Мы пьем за вас, мадемуазель Руссе». Все выпивают и принимаются закусывать. Некоторое время никто не произносит ни слова. В наступившей тишине слышны только сопение и чавканье. В трапезе не принимают участия только две монахини, Корнюде и Пышка. Господин Луазо. Так глотка пересохла, нету мочи. Винца бы, мадам Луазо, перебьешься, паразит. Из глотки из твоей, с минувшей ночи, как из пивного погреба, разит. Господин Ламадон. Хочу индейку. Где у нас индейка? Мне окорок телячий надоел, мадам Ламадон. Была бы интересная идейка, когда бы ту индейку ты не съел, граф, глядя на Пышку. А почему же наша Афродита не ест, и на лице ее тоска? Пышка, спасибо, просто нету аппетита. Корнюде, да просто ей не дали ни куска. Граф, какой позор. Вы нас освободили от гибелью грозившей нам беды, а мы, освободившись, позабыли на вашу долю взять запас еды. Мадам Луазо, какие же мы и вправду недоумки. Мужу, ведь я ж тебе сказала, не забудь. Пышки, попробую, еще пошарю в сумке. Быть может, завалялось что-нибудь. Мадам Ламадон, показывая пустой баул. Увы, у нас осталась только фляжка с бургундским, а баул печально пуст. К Пышке. Не знаю, чем утешить вас, бедняжка. До станции еще так долог путь. Пышка, да полно, бросьте хлопоты вы эти. Мы преспокойно дремлет аппетит. А посидеть немного на диете, надеюсь, мне совсем не повредит. Графиня, Пышки, боюсь, нам тоже будет не по силам вам предложить приемлемый обед. Вытаскивает из сумки сверток. Вот разве только это? Булка с сыром. К несчастью, ничего другого нет. Графиня передает сверток Пышке, та принимает его с благодарным поклоном. Пышка, графине, благодарю, обращаясь к Корнюде. Меня мутит от сыра. В мой рацион не входит он давно. Сыр вызывает отложение жира, а жира у меня и так полно. Монахиням. А вы не поддадитесь ли искусу? Не обессудьте, трапеза бедна. Первая монахиня. Спасибо, я сыта, хвала Иисусу. Вторая. Спасибо, но и я не голодна. Пышка, обращаясь к Корнюде. Вы тоже, я заметила, не ели. Корнюде. Вы правы, но едок я небольшой.
Пышка, как держится душа в столь хилом теле? Или то, что вы считаете душой? Чем мне глотать все это через силу, не лучше ли дать голодному кому? Протягивает сверток Корнюде. Корнюде, у вас и вправду отвращение к сыру? Пышка, конечно. Корнюде, если так, то я возьму. Корнюде разворачивает бумагу и вгрызается в бутерброд. Он помнит, что в его отношениях с Пышкой образовалась трещина и полагает, что диалог по поводу бутерброда – вполне подходящий случай исправить ситуацию. Корнюде, вы на меня, я думаю, в обиде. Пышка, с чего вы взяли? Никаких обид. Корнюде, пред вами я предстал не в лучшем виде. Пышка, а может, это ваш обычный вид? Корнюде, простите. Пышка, что вам даст мое прощение? Вы написали столько чепухи, что самый добросовестный священник вам не отпустит полностью грехи. Не мучьтесь, Корнюде, живите с миром, вдыхайте полной грудью озон, ругайте всех и всем кажитесь милым и продавайте всех, коль есть резон. Господин Луазо, подмигивая Корнюде, хотите выпить, Корнюде? Да, пожалуй, выпью. Глотка 2-3. Хорошего вина. Господин Луазо, я у жены под вас бутылку выбью. Без вас мне и глотка не даст она. Господин Луазо склоняется к жене. Между супругами возникает яростная перебранка, на которую, впрочем, никто не обращает внимания. Перебранка ведется шепотом и длится очень недолго. В конце концов, господин Луазо поднимает отвоеванную бутылку высоко над головой, демонстрируя Корнюде торжество их общей идеи. Попутчики разливают вино по кружкам и пьют. Захмелевший Корнюде, забывший, наконец, о своем разладе с Пышкой, принимается насвистывать Марсельезу. Граф к Корнюде. «Вы нас помучить вздумали, любезный, покой наш обывательский смутив?» Корнюде, не удостоив графа даже взглядом, продолжает свистеть. «Ну что же, мучьте, но не Марсельезой. Найдите поприличнее мотив, господин Луазо. Конечно, я в дела других не лезу, но чтобы веселее сделать путь, попробуйте свистеть не Марсельезу, а, скажем, из России что-нибудь, господин Ламадон, к жене. Так острый гвоздь скрежещет по железу, так по стеклу царапает алмаз, обращаясь к Корнюде. Приберегите вашу Марсельезу для вами агитируемых масс. Корнюде продолжает насвистывать излюбленную мелодию. Впрочем, путешественники, разморенные сытным обедом и хорошим вином, не склонны длить обмен колкостями. Кое-кто уже мирно уснул, а кое-кто не прочь благодушно пофилософствовать. Граф. А все-таки вояж нам был полезен. Нас всех сдружил, сплотил и сблизил он. Господин Луазо. Нет, что ни говори, а в Марсельезе есть что-то, навевающее сон. Засыпает. Корнюде пытается настаивать на раздражающей попутчиков мелодии, но никто не выказывает ему сопротивления, и, заскучав, Корнюде замолкает сам. В наступившей тишине слышится только негромкий храп супругов Луазо, да взвизгивание каретных рессор, да стук лошадиных копыт о мерзлую дорогу. Дилижанс спит. Пьесу Леонида Филатова «Дилижанс» читал Владимир Качан под музыку Юрия Гарина.